саженцы вейгелы пурпуреа вырастают около 1 метра в высоту и образуют густой, раскидистый куст. Стебли крепкие, прямостоячие. Листва коричнево-красного тона, продолговатой формы. Цветет средними цветочками розового цвета и колокольчатой формы. Цветение обильно покрывает куст и напоминает цветочное облако. Плюсы вейгелы пурпуреа. Красивое цветение. Необычный окрас листвы. Нужен минимальный уход. Крупномеры вейгелы пурпуреа неприхотливы в выращивании. Быстро растут и хорошо себя чувствуют практически на любой почве в солнечных местах или полутени. Для лучшего цветения рекомендуется подкармливать 3-4 раза на месяц. Вейгела цветущая пурпуреа — это кустарники высотой 130 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый. Второй раз в году вейгела цветет в месяц август, сентябрь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.